Ну что ж, новый день, новый персонаж. В этот раз у нас элементалистка Vortex Cold Snap. Я в последний раз играл Vortex Cold Snap еще, по-моему, Синдикат, когда был, или как там лига это называлась, Betrayal. Тогда еще все CI играли, оккультистка CI с Vortex. Ну сейчас вот элементалистка очень сильная, так что я играю через нее. Я уже первые две лабы прошел, сейчас 67 левел, ну примерно на 70 я пойду в третью лабу. Конечно, жесткая пассивка, вот эта Primal Aegis, она тащит вот из-за нее, в том числе, как я понял, все играют оккультисткой, ой, с элементалисткой, ну и плюс тут чуть-чуть ее в целом, ну не чуть-чуть, а ее прям реворкнули. Чуть-чуть говорю, да, ее прям реворкнули. Шестилинк у меня вот такой есть. Шестилинк, он из проклятой области. То есть он corrupted. Сейчас, короче, можно цвета изменять. Вот в этом плюс то, что на corruption, на хайтемах можно изменять цвета. Надо будет еще один зеленый на крафтить. Я, к сожалению, у меня валюта закончилась, я на SSF играю. Вот. Еще валок, когда на фармлю надо будет накрафтить два зеленых. Пока что у меня пятилинк только. Потому что просто шестого камня не существует даже, мне нужна, я не помню какой там, шестой камень, он, короче, зеленый, то есть надо еще один зеленый. Палка вот такая, на плюс один к ледяным скиллам. Но в целом дроп плохой, то есть это я буквально 5 минут назад, 10 минут назад выбил вот эту броню и вот эту пушку. В целом дроп очень плохой. В принципе, вот так. Это чисто охеренно, просто вперед бежишь и все. То есть этот скилл, он под спидран хороший, Вортекс. Потому что по большому счету ты просто бежишь вперед. И Вортекс за собой кидаешь. И все. Очень сильный скилл. Я удивлен, что мало людей играет в Вортекс. Хотелось бы такой чистки, но оккультистка, она не очень. Нифига себе, что мне выпало. Это на големов камень. Они, кстати, дорогие. Вот эти вот все джевелы на големов, они дорогие. Правда, големов пофиксили, поэтому сейчас это, по сути, ничего не стоит. И посмотрим, я не знаю. Я пока на SSF пока играю. Наверное, я буду трансфериться потом на торговую лигу, я не знаю. Я выбил этот один экзальт, то есть из самого дорогого это вот один экзальт я выбил. Ну и вот это вот. Так, по дропу пока особо ничего нет на самом деле. Желтые пушки есть, ой, желтовые шмотки есть, интересно. Желтовые, желтые, я скажу. Есть нормальные шмотки. Что мне нравится ритуал, то что много валюты падает, то есть я в основном валюту выкупаю. Падает много курицы. Вот видите даже тут. То есть такие себе, вот например, мне эти пушки не нужны. И пояс этот не нужен, а вот валюты до хрена. Тут еще два ритуала. Я пока не буду ничего выкупать, посмотрю, что будет дальше. К урона, чтобы вы понимали, с Вортекса 41к урона. Это SSF лига, то есть у меня нет возможности покупать какие-то шмотки, да? Это вот именно все свое. 41к урона. Лагает сегодня что-то. Притом это не из-за ОБС, без ОБС тоже что-то подлагивает. Надо будет потом на Франкфурт или куда-то, на другой сервер прийти, это пока Москва. Вообще мне нравится, то есть это реально жесткий билд. Вортекс, он доступен с 28 левела и все, и ты по сути с 28 просто рашишь. Бежишь, кидаешь за собой Вортекс и все.
Еще вот этот дроп, конечно, жесткий, то, что я шестилинку иду. Так, я второй ритуал не нашел. Надо возвращаться теперь. Я где-то профукал второй ритуал. Мне на этой локации в кровавых акведуках не нравится то, что тут есть мобы, которые трупы взрывают. Потому что это, конечно, ваншот нельзя просто можно. Подрыва трупов обычно большой урон. Вот, кстати, второй ритуал. Я что-то запизделся, не увидел. Поехали. О, Валор. Уников много прокает. Валорп, но у меня, к сожалению, на него чуть-чуть не хватает. Ладно, выкуплю все остальное, что есть. Просто валюту выкупаю и все. Ну что ж, как-то так. Вкратце рассказал, показал. Я не знаю, я сейчас пойду в третью... Ну, я докачаю чуть-чуть уровень, еще пару уровней докачаю, пойду в третью лабу. Как пройду третью лабу, после этого кита пойду убью, а там уже карта. В третьей лабе, я не знаю, я, наверное, Heart of Destruction возьму. .300 Real Effect, неплохо. Ну да, я возьму Heart of Destruction, а в четвертой лабе тогда Shaper of Winter. Прикольно, у Primal Aegis есть даже внешка своя. Это я, кстати, без МТХ пока играю, надо будет потом одеть МТХ. Большой плюс то, что еще Vortex он моментально кастуется.